Так, ну что, выкопали картошку, а по всем традициям после картошки куда надо? На псёл. Так, я сейчас думаю, куда мне, или на катран, или на трансформаторную будку. Ну, уже повернул на катран. Посмотрим, много там людей, чи немного. Бегаю до бабуси. Иганской руки. Ту-ду-ду-дун. Ту-ду-ду-дун. Это свои там приколы. Кто увидит, тот поймет. Кто знает, тот поймет. В принципе, осень. Я думаю, что там людей не должно быть. Просто мне надо, чтобы вообще не было людей. Я не хочу трусы мочить просто. Как-то так. Вот он, знаменитый фаворит. Мекка. Бар-фаворит. Покрасили домик там. Раньше колодец в этом доме. Остался он или нет. Вот такое вот село Бишкинь. Так, вот это сельсовет. Ну тут, короче, начальство раньше сидело. Вот тут почта. Вот тут вот магазин когда-то был тоже. Садик. Это был старый садик. А потом построили за ним вот новый садик. Вот. Ну, не работает ни тот, ни тот. Вот, памятник Сергееву. Клуб. Клуб. А это столовая. Вот они ее утепляют. Ух ты. Что-то делают там. Вот тут квартирный домик. В селе жить в квартире, это, конечно, я не знаю. Прикольно, наверное, да? Вот они тут в квартирах живут. Ну, это Улочка сейчас прямо к речке нас выведет. Все так цивильненько, типа. Тут не очень. Так, вот тут раньше был колодец где-то. А он, по-моему, тут и есть. Вот он, лавочка, и вот за ней колодец. Его уже заложили. Ну, там, я не знаю, сколько, колец 20, наверное, закопано. И криво еще так. И вода где-то там на самом дне. Связи нет, смс-ки приходят, вам звонили. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ух, тут шатер какой построили. Нема никого, класс. Там, ну, уже сегодня 11 сентября. Уже холодно, по сути, купаться. Ну, смотрите на мои ноги. Я думаю, мне надо все-таки окунуться, да? Как вы считаете? Картошка — это такое дело, конечно. Так, речка есть? Есть, но мало. Ну да, воды маловато. Давно, видно, тут кто-то купался, потому что дно уже, песок на дне уже потемнел, покрылся вот этими вот зелененькими маленькими водорослями. Здесь ее так провести. Ух, холодная. Чистая вода. Блин, только косточки намочил, но уже ноги сводит. Ух ты, ё-моё! Ух! Ох, я не знаю, как я буду купаться.
Ну, как-то надо. В прошлом году, кстати, тоже, ну, чуть теплее была вода. После картошки я покупался и потом сразу на следующий день засоплил. Вот такая полянка. Супер вообще. Да тут вообще шикардос. Свадьбы гулять можно. И не страшен ни дождь, ничего. Да, в том году не было тут такого. Да нормально вообще. Ну вот это же, блин, стандартная ситуация. Это стандартная. Ой. Вот тут красота. Ладно. Пойду окунусь. Ой, даже страшно думать об этом, ё-моё.